Так называемая ДНР теперь не так называемая, а вполне легитимная. Это вывод так называемого премьера Захарченко после встречи в Минске, где он побывал вчера. В интервью московским журналистам он сказал, цитирую, «Переговоры прошли на условиях равноправия, и это факт легитимизации нас. Поговаривают, что уже и ЛНРовские, ДНРовские паспорта на захваченных территориях собираются раздавать. Там как раз находится певица Руслана. Она поехала за группой наших пленных. В начале недели ради этого публично призывала сесть за стол переговоров с представителями террористов. Говорила, что Захарченко не считает себя врагом Украины, а сама Руслана убеждена, что на Востоке идет гражданская война и ни слова о кремлевских агрессорах. И вот как певица прокомментировала заявление Захарченко сегодня. Мне ці заяви взагалі не цікавить. Нам треба залишитися в полі просто людських стосунків, щоб нам дали можливість врятувати людей. Що ви думаєте, що їх Міноборони витягує? Ви помиляєтесь. Що ви думаєте, що їх СБУ України витягує? Ви помиляєтесь. Ми потім привеземо всіх, а вони встануть і скажуть, що це вони зробили.